Всем привет! Вы на канале компании Adore, с вами Вадим. Сегодня в нашем установочном центре микроавтобус Iveco Daily с преслонно-поворотной дверью и штатным приводом, который давно уже просится на покой. Полное отсутствие запчастей, сервиса и просто неработоспособность привода являются причиной массового обращения владельцев подобных автомобилей за помощью к нам, в компанию Adore. Решение у этих проблем есть. Это хорошо известный уже многим электропривод Феникс, который мы выпускаем как для автобусных заводов, так и для замены штатных приводов. На данном микроавтобусе, помимо самого привода, вот он перед нами, мы также установили новую штангу с рычагами, дополнительную поперечину, а также установили наружный аварийный открыватель и внутренний аварийный открыватель двери. Функционал электропривода Феникс мы вам ранее неоднократно демонстрировали, поэтому напомню основные моменты. Надежная фиксация дверной створки в проеме. Автооткат двери при наезде на препятствие. Механическое аварийное открытие изнутри салона. Механическое аварийное открытие снаружи. Обратимый мотор-редуктор позволяет избежать поломки привода при любом внешнем воздействии на дверь. Хотите избавить себя от забот с дверной системой? Спрашивайте электропривод Феникс в отделе продаж компании Adore и у наших дилеров. Всем пока, до новых встреч!